Друзья, приветствую вас на своем канале «Пламя». С вами Михалыч. Ребята, сейчас я нахожусь около кафе «Чили-гриль» у нас в Майкопе. Пока на расслабоне, на Чили. Микрорайон Черемушки. И, друзья, в этом ролике я хочу поговорить с вами о приточной вентиляции. Для чего она необходима, ну и какие проблемы могут возникнуть, если ее не будет. Сразу хочу сказать вам, что в этом ресторане, да, в кафе я собирал мангал 8 лет назад. Это, наверное, на сегодняшний день самый работоспособный ветеран среди мангалов. Считайте, 8 лет он работает с 9 утра до 10 вечера, практически каждый день без выходных. Делал я уже 2 раза ремонт в этом барбекю. Усиление делал, ну, в общем, уголки добавлял. Все это связано с такой экстремальной эксплуатацией. И давайте сразу зайдем вовнутрь, познакомлю вас с су-шефом, да, Азамат, который готовит на этом мангале, и потом продолжим видео дальше. Приветствую подписчики канала «Пламя», меня зовут Азамат, я мангальщик «Чили-гриль». Я прихожу с утра на работу и включаю вентиляцию одной кнопкой, сразу две вентиляции. А после этого я разжигаю уголь, и вентиляция в это время уже работает. То есть вентилятор как на вытяжку, да? Да. И на приточку? Да. Все одной кнопкой включается. Теперь, друзья, расскажу вам, для чего же необходима приточная вентиляция. Смотрите, если у вас закрытое помещение и мангал дымит, то это одна из причин. Но если до того, как вы застеклили беседку, он у вас работал нормально, а после того, как вы застеклили ее, он стал дымить, то это значит, у вас нет приточного воздуха, приточной вентиляции. То есть, что происходит в этот момент? В закрытом помещении выкачивает воздух мангал, и создается разница в давлении между помещением и улицей. Так вот, приточная вентиляция, она как раз и служит для того, чтобы выравнивать эту разницу в давлении. Есть самый простой, дешевый вариант сделать приточную вентиляцию. Достаточно просто приоткрыть окно или двери. И если давление выравнивается, то ваш мангал или камин перестанет дымить. Открывай. Сделали приточку, такую вот вентиляционную шахту. Хотели там рекуператор ставить, выдумали всякое. Ну, заказчик не захотел, сказал, сделаем обычную вентиляцию. Размер 100 на 400. Вот, и все, проблемка, сейчас вот двери все закрыты, у нас все нормально. Там дверь, здесь дверь. Дым у нас никуда не вываливается. То есть все работает как положено.
Вот этот камин, это уже мы в Подмосковье построили его. Видите, шикарно, заказчик доволен. Были у нас две проблемы, как мы уже смотрели. Но это все устраняется, так что я думаю, обращайтесь к Олегу Михайловичу, он всем поможет. Если вас такой вариант не устраивает, тогда надо приобретать вентилятор, который будет нагнетать давление воздуха в ваше помещение. Но сразу скажу, что с подогревом воздуха такие системы стоят от 100 тысяч рублей. И ввели бесплатный вариант, это просто сделать проем в стене, и будет у вас бесплатная приточная вентиляция. То есть как рассчитать вот этот проем приточной вентиляции? Открыванием окна. Вы приоткрываете окно на 2 сантиметра. Если при этом проеме дымление прекращается, значит вы высчитываете сечение этой площади и получаются квадратные сантиметры приточного канала. Ну, чаще всего, скажу вам из опыта, из практики, что приточный канал чаще всего получается 20 на 20 сантиметров. Это самое распространенное сечение канала. Если же у вас мангал двухметровый и сечение дымохода у вас 50 на 40 сантиметров, то там уже надо делать приточную вентиляцию, ну проем простой, без вентилятора, где-то 20 на 30 сантиметров. Но это все высчитывается индивидуально. То есть при открывании окна и высчитывании этого проема вы высчитываете сечение приточного канала. Окей, друзья, это у нас приточная вентиляция. И вытяжная вентиляция. То есть там наверху стоит мотор, который выкачивает весь дым из барбекю. Ну что, друзья, надеюсь, видео было вам полезным. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Делайте это прямо сейчас. И еще не забывайте, есть у меня Дзен, Яндекс.Дзен, Телеграм, ВКонтакте есть. В общем, в принципе, во всех соцсетях вы меня можете найти. Найти меня просто Олег Борсук или Пламя. Так что, ребята, думаю, мы с вами останемся на связи. До новых встреч на моем канале. Всем желаю успехов в труде, здоровья. Пока.